Всем привет! В этом видеоролике я покажу, как нужно выводить токсины Элайт кремом, специальным Элайт кремом и аппаратом Микроток. То есть я уже нанесла на себя вот этот Элайт крем, вот так он выглядит внутри, чтобы не занимать время, да? Нанесла его обыкновенной лопаточкой вот такой, да? И теперь ставлю на режим пятерочку и начинаю выводить себе токсины. Начинаем мы прежде всего именно с лимф. Обратите внимание, вот такими движениями. Вот такими движениями. Вот, сначала с одной стороны, да? То есть, потом мы переходим на другую сторону. Вот так вот. Поработали область лимф. И только потом мы уже поднимаемся наверх к нашему лицу. Как только прикасается микроток к коже лица, происходит что? Происходит именно то, что клетка начинает просто-навсего работать. Начинает работать, нормализуется циркуляция крови, кровообращение наше. Естественно, у нас мешки, которые были под глазами, скажем так, темные круги, начинают уходить со временем. То есть от этого всего можно тоже избавиться, как мы говорим, да. Носогубный треугольник. С возрастом у всех уже практически начинается проблема носогубного треугольника. Что мы делаем? Мы вот так микроток должны приложить именно к этой части, да. После чего досчитайте до 10. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, 9, 10. Все. И вот так вот мы его выводим. Все. Это для тех, у кого есть. У кого нету этой проблемы, то можно, в принципе, не держать. Микротоком можно сделать себе и очень хороший овал лица. То есть с возрастом у нас уже появляется в этой части брылья, да? И это нужно, конечно же, корректировать, да, то есть мы вот такими вот движениями, мы фактически сами себе делаем как скульптурирование лица, убираем то, что нам, скажем так, не нравится, да, при этом у нас улучшается тургор кожи, да, потому что микроток делает свое дело, он находит причину и просто устраняет ее сам. Вот настолько умный этот аппарат. То есть, знаете, микроток можно сравнить как с лампочкой. Вот когда мы заходим домой, мы что делаем? Мы сначала включаем включатель, правильно? Ток идет по проводам, и лампочка включается. Вот то же самое происходит и с микротоком. Как только мы прикасаемся к поверхности кожи нашим микротоком, срабатывает эффект лампочки. То есть, срабатывает то, что начинает работать именно наш ток идет в клетку, клетка просыпается и начинает работать, конечно же, да. Начинается сразу нормальное кровообращение, за счет чего вот уходят темные круги под глазами. Это очень хорошая процедура, у кого купероз, очень хорошая процедура. Чистить лицо вот таким методом, вы знаете, это очень полезная процедура. Не занимает много времени. Если вы будете делать в неделю один раз, то вы посмотрите, насколько улучшите лицо. Если же вы будете делать эту процедуру каждый день, то помолодеете лет на 10, наверное. Взгляд у вас точно помолодеет, особенно в области глаз. Все, я вот заканчиваю. Ушло у меня на это не более, я не знаю, вся эта процедура, наверное, больше 5 минут явно не занимает. После этого вы уже берете влажное полотенчико, да, и вот такими вот движениями вы просто-навсего убираете. И только после этого можно пойти уже и умыться. Посмотрите, насколько меняется вообще цвет кожи. Вы знаете, цвет кожи и упругость появляется вот прям упруго. Кожа становится очень упругой.
результат налицо, кожа становится просто-навсего блестящей. Она вот прям начинает сиять. Так. Вы же можете вот после того, как, скажем так, обтерли лицо уже, можно пойти просто-навсего и умыться. Я просто хотела вам в этом видеоролике показать, какой эффект дает именно микротоковая терапия. Посмотрите. Вот. Вот так. Я вам рекомендую обязательно делать эту процедуру один раз в неделю. Всем пока!